Уважаемая Ирина Георгиевна, спасибо действительно за то, что вы приехали и интересуетесь проблемами нашей греческой архитектуры. Я представляю институт Оланко, который создан был в конце 2010 года и достиг довольно-таки крупных, впечатляющих успехов. В том числе мы на английском языке издали наш главный эпос «Нюргун Ботыр стремительный». Я хотел бы вам подарить этот памятник нашей эпической культуры. Она, вот эта книга, издана в Лондоне. Сейчас она распространена по всем крупным библиотекам мира. Спасибо вам. Затем я хочу сказать, что вы поддержали наши идеи о новом проекте, проект «Эпосы народов мира. Проблемы и перспективы научного изучения». Вы поддержали. Мы постараемся выполнить ваше поручение, поддержать вашу поддержку вторично. И завтра мы широко обсуждаем эту тему, и будет представлен соответствующий документ в штаб-квартире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.